Погода сегодня хорошая. Вот видео для всех, у кого снег. Грейтесь. Погода классная. А я пойду работать в офис, к сожалению. Иду по дороге на работу. Вот это вот awesomeness меня вечно бесит, блин. Ну не бесит так. Чуть-чуть раздражает. Какого фига? Такое ощущение, что, блин, не знаю, позапрошлые годы. Awesomeness. Посраться. Шучу. Ничего на самом деле страшного нет в этой awesomeness. Так, видео будет трясучее, прошу прощения. Сразу выключайте. Ничего интересного все равно не будет, просто дорога. Вот я иду в офис. Осталось несколько минут волнующих. И я на работе. Сейчас попаду в тень. И в тени. Чувак на велике. Вообще в Ютубе есть такая какая-то штука, чтобы трясучие ручки исправлять. По-моему, все равно будет сильно трясуче, несмотря на все эти штучки, дрючки. Слишком уж я полбез. Вот интересно, я уже почти подошел к работе, но задница в том, что мне идти вокруг. Потому что здесь выход есть, блин, а вход еще пока нет. Тут та самая знаменитая дверь, которая открывается только изнутри. Вот она позволяет мне вечером выйти. Но, к сожалению, зайти через нее я не могу. Потому что там еще не установили вот этот замок с пикалкой по карточке. Вот в этой вот, вот этот вход когда-то заработает, и я смогу там заходить. А вон там справа, вон тот самый выход аварийный. Через него вечером я могу выйти. И это мне сокращает путь. Но мне, к сожалению, этот вход сейчас недоступен. Они пока еще что-то там ремонтируют, не доделали. И мне надо идти вокруг, вокруг, вокруг. Все вот это длиннющее здание обходить, заходить во вход, а там потом на моем этаже опять внутри проходить все это здание в обратную сторону. Мы как раз здесь, с этой стороны, ну, наш офис, а вход с той стороны, к сожалению. Вот, да, я чувствую, очень информативно это видео. Заранее прошу прощения у несчастных. Вот это тут, вот эта парковка, одна из, тут у нас две, на самом деле. Это все еще одно здание, оно еще длится. Тут вход будет основной, главный, а там дальше еще одна парковка. Я обычно через ту заезжаю. Вот. Вообще это здание называется Office Lionsgate. А мы тут на каком-то этаже у них сидим. Ну что, я не знаю даже, что сказать. Уже утро, всем доброе утро. Пора на работу мне. Пока.